При всем изобилии творога в магазинах, домашний лучше всего, поскольку санитарные нормы и качество вашего творога всегда будут соответствовать нормам. Сегодня готовим диетический творог из кефира. Готовится творог из кефира очень просто. Чтобы он был диетическим, берите кефир жирностью не более 2-5%, из литра исходного продукта выход творога составляет 200-220 грамм, кроме творога вы получите еще 700 грамм отличной сыворотки, которая пригодится в приготовлении оладий, блинов, окрошки. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Для приготовления творога потребуется только кефир. Кефир подогревайте на водяной бане, для этого в большую кастрюлю налейте воду, на нее поставьте маленькую кастрюлю так, чтобы она дном не касалась водой, в меньшую кастрюлю налейте кефир. Поставьте эту конструкцию на плиту, постепенно вода будет кипеть, а кефир сворачиваться, когда весь кефир свернется, уберите кастрюлю с огня. Дайте свернувшемуся кефиру немного остыть. Подписывайтесь и ставьте лайки. Сложите марлю в 2-3 слоя и выложите на дуршлаг. Выложите свернувшийся кефир в дуршлаг. Сверните марлю узлом, подвесьте творог над миской, чтобы стекала сыворотка. Через 2-3 часа диетический творог будет готов. Нежный, полезный и очень вкусный творог подавайте на завтрак, полдник с вареньем, медом, сметаной. Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Кефир 1 литр, количество порций 2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Надеюсь на скорую встречу на канале.